Более 300 участников из 23 команд из разных городов и районов Дагестана сегодня принимают участие в предварительных поединках масштабного чемпионата Дагестана по рукопашному бою. Он проводится в честь Героя России, Луганской Народной Республики, кавалера ордена Кадырова, генерала Исидулы Абачева. Соревнования проводятся в Каспийском дворце спорта имени Курамагомеда Курамагомедова. За звание лучшего будут бороться юноши, мужчины, а также женщины. В этом году первый раз проводим среди женщин мы включили, так как по многочисленным заявкам у нас есть в этом году как бы много женщин, которые выигрывали и мастерские турниры. Основная работа пройдет сегодня, потому что подерутся основная масса спортсменов в сегодняшний день. Завтра мы доведем их до финалов, и уже завтра будут финальные бои. Спонсорами чемпионата выступили строительная компания «Сити Строй Холдинг» и председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов. Организатором спортивного мероприятия является представительство правительства Дагестана в Хабаровском крае при поддержке Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. По словам президента Федерации рукопашного боя Республики Дагестан Марата Султанова, возрастная категория юноши начинается от 12 лет. Также участие в чемпионате принимают и сотрудники МВД, службы судебных приставов, таможни, Росгвардии и многие другие. Отметим, что эксперты наблюдают у спортсменов боевой настрой и оптимизм. Глаза горят у ребят. Почему? Потому что, может быть, они с рождения не занимаются этим видом спорта, но они и не только в рукопашном бою выступают, они и по самбо выступают, и по греко-римской борьбе, и по вольной. Но здесь это практикуется, чтобы человек подтягивал все навыки с разных сторон, а не только занимался одним и тем же видом спорта. Но глаза горят, наверное, ковер покажет, кто из них лучше. Завтра, 29 октября, состоится сам чемпионат, по результатам которого будут определены лучшие. Следующим этапом для победителей станет участие на уровне СКФО.